Всем привет! Снимаю видео по тегу «Слишком много информации обо мне». Так, поехали. Первый вопрос. Во что ты одета? Я сейчас в синей кофточке, на ней написано «Mon amour Париж», «Парис», и в синих джинсах. Была ли ты влюблена? Да, конечно. Было ли когда-нибудь ужасное расставание? Ну, ужасного? Нет, ужасного не было. Твой рост 164 сантиметра, вес, ну, сейчас 55 килограммов, вообще стараюсь держать 53. Шестой вопрос, есть ли татуировка? Нет. Седьмой, есть ли пирсинг? Только уши проколоты. Восьмой, любимая звездная пара? Брэд Питт, Анджелина Джоли. Любимый сериал? Как я встретила вашу маму, теория большого взрыва, не могу выбрать, что любимее. Любимая группа? 504-я из МПГУ, которую я закончила. Не знаю. 11-й. Кто-нибудь, по кому ты скучаешь? По родителям своим скучаю. 12-й. Любимая песня? Ну, они постоянно меняются. Сейчас нравится Лана Дель Рей, что-то там про пляж. 13-е, сколько мне лет? 24. 14-й вопрос, знак зодиака, близнецы. 15-й, черты характера, которые ты ищешь в людях. Искренность, чувство юмора, интеллектуальность, развитый ум. 16-й, любимая фраза. Мой мир заботится обо мне, и я забочусь о своем мире. 17-й. Любимый актер. Ну, Роберт Дауни-младший, Джонни Депп. А, еще Тим Рот очень нравится. О, Тим Рот, милашка. Любимый цвет. Бледно-лимонный. 19-й вопрос. Громкая или тихая музыка? По настроению. Так, уже прошло некоторое время с 19-го вопроса, но едем дальше. 20-й вопрос. Куда ты идешь, когда тебе грустно? Домой иду. Как долго ты принимаешь душ? Могу за 10 минут помыться, могу и полчаса, и 40 минут. Все по ситуации. А как долго ты собираешься по утрам? Опять же, могу за 5 минут собраться, могу 2 часа собираться. Но обычно встаю за 2 часа до выхода. Ну, за полтора хотя бы. Когда-нибудь участвовала в драке? Да, в детском саду дралась с девочкой. Что привлекает в людях? Опять же, искренность, открытость, обаяние. Что не нравится в людях? Лицемерие, какая-то напыщенность излишняя, вот это вот. Я москвич. Так, причины регистрации на YouTube, я так понимаю. Хотела смотреть видео, еще давно зарегистрировалась. Твои страхи? Они есть? Ну, есть банальные. Страх темноты, страх каких-то мерзких животных. Ну, а есть какие-то более глубоко психологические, которые, я думаю, пусть останутся при мне. Последняя вещь, заставившая тебя плакать. Душевный разговор. Ну, это не вещь. Так, отлично. Больше половины пройдено. Едем дальше. Последний раз, когда ты говорила, что любишь? Сегодня говорила? Надеюсь, что сегодня говорила. Ну, вчера точно. 30-е, значение имени на YouTube. Ирина, и моя фамилия начинается на Шу, Иришу. 31-й, последняя прочитанная книга, «Преступление и наказание» перечитывала. Книга, которую читаешь сейчас? Тарасов, «Книга для героев». Последний сериал, который смотрела? «Парки, зоны отдыха». Последний человек, с которым ты говорила, ученик Сергей.
отношения между тобой и человеком, с которым переписывалась последний раз. Отличные отношения. Любимая еда. Вкусная еда. Не знаю, нет какого-то любимого прям блюда. Вкусная. А место, которое ты хочешь посетить? Таиланд, Вьетнам, Куба, все страны Европы, Америка, Канада, не знаю. Почти весь мир, но насчет Африки. Какие там именно страны посещать, я еще думаю. Последнее место, которое ты посетил? Комнату свою. Наверное, имеется в виду. Город, страна была у родителей. Кому сходишь с ума? Сходить с ума — это избыточный потенциал, ни по кому не схожу с ума. Когда последний раз целовалась? Сегодня утром. Когда последний раз оскорбляли? Не помню. Любимая сладость. Мороженки, пироженки. Нет ничего конкретного, люблю разнообразие. На каких инструментах играешь? На фортепиано. Чуть-чуть могу подрыгнуть на гитаре. Любимое украшение. Кольцо. Вид спорта, которым ты занималась последний раз? Ну, я фитнесом занимаюсь. Йогу можно назвать спортом? Ну, йога. Последняя песня, которую ты пела? Зум-зум. Любимая пикап-фраза? Детка, познакомимся. Используешь ли ты ее? Ну, только в шутливой форме. Последний раз, когда ты с кем-то отрывалась? Отрывалась от земли. Вчера ночью мы похавали веганскую колбасу. Для нас это отрыв. Кто следующий должен ответить на эти вопросы? Пусть первый мой подписчик ответит на эти вопросы. Все, всем пока, люблю, целую. Подписывайтесь, если хотите, ставьте лайки, пишите свои вопросы, пишите свои пожелания. Надеюсь, что вам все это понравилось. Пока!